Всем привет, вечер уже в Челпанате. И мы снова в своем кафе любимом, Назик. Интерьер так и остался, как и те прошлые года. Вот. Ну, у них немножко менюшечка поменялась. Чуть-чуть немножко цены повыше стали. А так все, в принципе, то же самое, что и как в прошлые года. Давайте я сейчас вам быстренько пробегусь по менюшечке, покажу. Это менюшка на напитки. Вот так, сейчас давайте. Вот у них есть чаи, ягодные чаи, молочные коктейли, лимонады. Лимонады вкусные у них. Очень вкусные. Ну, сейчас вот официант парень сказал между нами, давайте для вас, как постоянным посетителям кафе, какой-то он специальный цитрусовый лимонад замутит по секретной ингредиенции. Спросил, какая там входит туда ингредиенция, состав, он сказал, нет, не скажу секретно, но будет вкусно, вы будете довольны. Хорошо. В общем, один лимонад мы такой секретный взяли. И менюшечка у них вот такая стала. Раньше были книжки, менюшки, да, и поменьше было выбора, а сейчас у них кухня выросла. Намного больше стало по кухне. Это вторые блюда вот с такими ценами. Это лагманы, дапанжи, кавурдак, грибы жареные, жаровни из говядины, печень в сметане, рыбные, манты, мясо по-французски, жареное мясо, вот казан кебаб, бифстроган, бишбармак, бризоль, мясо с грибами, с рисом, горячие напитки, и чай зеленый, черный, с молоком, с лимоном, имбирь. Мы сейчас чай себе взяли. Чай с облепихой, любимый наш, взяли с мятой и лимончиком. Очень классный чай здесь у них. Кофе также вот всякое различное, компоты есть, ванильный кефир, молочка, просто молоко, горячий шоколад, гарниры, пюрешки, рисы, гречки, вот просто напитки, обычные всем напитки, пиво также есть. Вот кыргызское пиво, коньяки, алкоголь, натуральные соки. Вот менюшечка из салатов. Я люблю тебя, салат. I love you. Цезарь. А у них менюшка поменялась, потому что они на английском языке стали дополнение пропечатывать по меню. А раньше не было, у них только было на русском. Санта-Люче, винегрет, оливьешка, вот, витаминка, греческий, шоколадный. Это эти вегетарианские блюда. Борщ без мяса. Гуру лагман с грибами. Басу лагман с грибами. Без мяса, с грибами лагман. Вегетарианская кухня. Вот завтраки у них очень тоже большое обширное меню по завтракам у них появилось. Ну, яичница, глазунья, как и везде, по одной цене, да. Блинчики, очень блинчики вкусные. Сырнички тоже у них очень прям вкусные, прям пальцы съешь. Вот каши. По первым блюдам шорпо, солянка, сантор, пельмени, мампара, окрошка, ашлямфу, борщ, мастава и добавочки к основным блюдам.
Обслуживание 15%, было 12%. Везде здесь 15%. Да. Лимонад нам. Секретный. Да. Прикольно. Холодный. Угу. Секретный ингредиент. Ну что там секретный ингредиент? Я вижу апельсин, вот. Мята. Лайм, апельсин, мята, лимон. Что там еще? Может быть, они еще что-то добавили. Может быть, вот сам как сироп, может быть, да. Еще какой-то у них интересный. Да, возможно. Да? Наливают? А ты пробуй. Я тоже хочу попробовать. Ну, сейчас попробуем. Ну, попробуем сейчас лимонад секретный. Какой он на вкус. Напоминает мультик «Панда». Мята. Секретный ингредиент. Мята, мохито, апельсин вкус чувствуется больше, чем лимон. Да, чуть-чуть такой газировочка немножко есть. Ну, в принципе, так пикантный вкус, да. Да, и кстати, облепихового чая. На том берегу мы вообще нигде не нашли. Да и здесь тоже заходили в кафешки, спрашивали облепиховый. Ни у кого почему-то не находилось, а здесь вот у них в Назике вот есть такой чаек облепиха. Ну и вот нам уже, ну буквально 7 минут уже принесли. Быстрая подача абсолютно, прям моментально, молниеносно. Да. Мясо с грибами в сливочном, в сливочных сливках, сливки сливочные, сливочный соус с фришкой, фрикасе, пюрешечка. Ну и удочка, как всегда, козырное блюдо Санторо. Только мы попросили немножко, немножечко. Да, чтобы не такое было острое, вообще острое блюдо, попросили меньше перца. Ну давай, дочь, попробуй, посмотрим, как тебе огненный суп пойдет. Ну и вот сразу же, моментально, быстренько принесли нам коктейль молочный. Это Орео для дочи и вот такой вот ананасовый молочный коктейльчик. Вот что прикольно у них, вот в кафешке они пишут вот такие вот свои пожелания или какие-то свои мысли. Вот у нас над нашим столом написано: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Такой же путь. Что там? Смело прокладывайте женщинам. Кафе Назик. Чолпаната. Здорово. Здорово. Да, такое сердечко. И там, вот, над тем столом, разговаривайте друг с другом, звоните маме, притворитесь, что сейчас 993 год живите. Wi-Fi нету. Ну, вживую разговариваете все. Да, здорово, да. Да. Там у них бар. Классно? Конечно, классно. Блин, порции такие вообще огромные, капец, от живота. Да, доча. Да, все. Из этого кафе просто так живым не уйдешь отсюда. Только надо, знаешь, как выползать еле-еле. Да. Потому что порции огромные. И очень все вкусно. Прям очень-очень вкусно, да. Да. Улица называется. Кафе расположено на улице Советская. 156. Назик. Чолпон-Ата город. Рекомендуем всем. Очень вкусно. А у нас вот такой романтик с
Здорово? Да, девчонки? Классненько. Ужин при свечах. Ужин плавно перерос в ужин при свечах. О, как классно, да. И лимонад так классно светится, как будто такой желтый лимонный абажур. Здорово. И, ребята, у нас чек получился, ужин на 2875 сомов. Ну, от пуза. Наелись от пуза, но немножко дороговато, да. Но он и предупредил, что вынужден вас немножко слегка огорчить. У нас немножечко подорожали цены, да. Ну, это было бы где-то, ну, 2200. Если бы, как в прошлый раз, там 1800-2200, да, ну, считай, вот на само 700-800 подороже чуть стало. Ну, а так полностью доволен, все очень вкусно, прям очень вкусно объедение. Всем советуем посещать это кафешечко, очень вкусное, расположено удобно, прямо на дороге, на улице Советская, 156, да? 156, рекомендуем. Да. Доброе утро всем. Вот сейчас пришли опять в то же самое кафе. Назик. Только сейчас сели на второй этаж. На втором этаже сидим. Здесь народу нету. Мы одни сидим и большой зал просторный. Заказали пельмешки. Каша рисовая. Сырнички и глазунья. Дочь любит. Да, дочь любит глазунью. У дочь всегда самое лучшее блюдо. А вон там зонтики. Главный вход в кафе украшен зонтиками. Сейчас покажу. Это вход в кафе. Вот такой красивый. С такими зонтиками. У них есть также магазинчик свой продуктовый, где можно купить продуктов. И отсюда вид на горы. Туда центр Чолпон-Аты. А вот здесь у них такой воздушный мостик, лестница, который переходит в корпус, где номера. Здесь вот у них есть отельчик, где они сдают номера двухместные, трехместные. И вот что еще хочу сказать. Вот заказали черный чай с лимоном. Но чай имеет вот такой вот цвет. Вот сейчас как камера передает, так видно и глазами. Цветопередача одинаковая, что в чай, что в камере. Вот интересно, да, такое? Да. Вот оранжевый, да? Как у вас называется чай? Черный чай. А название есть? К сожалению, я не знаю. Могу спросить. Ну, какая-нибудь там Аласай или Асамай, или как он? Тетасай. Название чая самого. Можете узнать? Как? Апамдын? Чай. Апамдын. Это кыргызский или узбекский чай? Апамдын. Мамин чай. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, вкусный этот чай. Апамдык чай. Так что смело его можно пить. Интересный у него цвет, да. Ну вот и покушали, плотненько позавтракали. Получилось по счету 1100 сомов. Да, немножко дороговато, чем в прошлом году. Здесь же, когда мы останавливались и ходили в эту кафешечку кушать, завтракать, ужинать, то соотношение цен с прошлым годом подорожало, да.
А так в целом все прекрасно. Кухня великолепная, отличная, очень вкусная, сытная. Ну а сейчас немножечко отдохнем и выезжаем в Бишкек. Все, уезжаем из Чолпан-Аты в город Бишкек. Пробка на въезд в Чолпан-Ату. Ну и все, мы уезжаем из Чолпан-Аты в Бишкек. Пока-пока, Иссык-Куль. А в горах дождь, идет тучи черные. А здесь хорошая погода, солнце светит ярко. И вот такая вот стела Чолпан-Ата. Все, с Богом. Поедем.